всем привет, дорогие друзья, с вами Дима Скромник, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 1, Скромник, поздоровайся. Всем привет. Все просили, чтобы мы записали рубрику «Аниматроники пугают охранника», и сегодня у нас PvP 1 на 1. Один аниматроник и один охранник. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Все очень тихо. Никто не нападает. О! Чика пробежит. У нас, короче, я так понимаю, сегодня будут все аниматроники, которые есть. Твой Чика. Давно ее не видел. Самая няшная такая. Ушла. Давайте мы включим эту камеру. Опа! Я слышу, я слышу. Давайте откроем двери здесь. Так, так, так. Одному очень стрёмно. Чувствуется какой-то подвох. Сейчас он резко прибежит, я не успею среагировать и сразу сольюсь. Напишите, ребята, в комментариях, смогу ли я прожить хотя бы 5 минут, ни разу не слившись. И как всегда, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ты так резко, а где ты был? Я тебя не видел. Я слева, ой, справа. Ах ты, блин, Жукс. Отлично. Я уже слился. Ну ничего, я тебе отомщу. Я знаю, где ты живешь. Летим вниз. Продолжаем. Эх, я успеваю. Хорошо, что ты... Я что, дверь убила, что ли? Да. Так, вот это мне уже начинает нравиться. Ушел, ушел. Закрываем калитку. Давайте здесь откроем, проветрим. Потому что очень как-то жарко здесь. Буду с РПГ. Мне с РПГ спокойнее. Чпоникс? Не? Никого? Чпоникс? Нет, развернись. С другой стороны. А где... А, привет! Да жлоб, да... Да как ты меня убил через калитку? У тебя очень прикольный такой внешний вид. Это ты переключил режим, да, другой? Да. Понял. Что-то идет, как хромает черепах. Так бывает. Так должно быть. Отличненько. Открываем здесь. Открываем здесь. Ой. Ай, меня задел. Задел? Отключаем. Да. Эй! Да, я успел закрыть дверь и умер. Да как? Это предсмертная конвульсия. Руками случайно дернул и закрыл двери. А из-за чего я умер? Понял. Так, ну чё, где ты тут у нас? Ходишь. Сейчас. Уходи с моего дома. Я слышу, ты бежишь. Я слышу, ты убежал. Открываем двери. Опа, пошел, пошел. Смотрим. Ты какой-то очень стрёмный аниматроник. Все обычно наш начинают меня гасить, а ты пугаешь, бегаешь тут. Я вижу, ты бежишь, я вижу. Кстати, классный аниматроник этот. Мы его недавно скачали, пилпаки. Кстати, он через стекло не может убить. Слава богу, а давай впритык подойду. Ладно, проверим. Да можешь, как это ты не можешь? Все ты можешь. Нет, он издалека не может, а вот с подробно. А, да, есть то, что издалека мочат прям. Как будто текстуры -то нету. Я успел, да как? Я успел, да, опять закрыть калитку? Да, ты умер. Так, сейчас я подожди, поставил здесь спаун, потому что я чувствую, эта серия будет очень веселой, буду сливаться много раз. Где у нас тут спауны? Идет Фредди, хромая черепах. Отвали. А ты с какой стороны ты идешь? С левой. С левой. Дай прям на камеру. Так, сейчас будем камеру клацать. Я не могу переключить здесь. Так, ближе подойдем. Камера клацает. Я вижу, как камера. Я вижу, клацаю как... здесь все. Опа, вижу, опа. Как... Бежит, бежит, бежит кто-то. Открывай. Новый то год, не буду тебе ничего открывать. Че ты орешь? Так, я знаете, что сейчас возьму? Я сейчас возьму бомбы. О, нет, страшный. С Half-Life. А чё, я буду хотя бы просто минировать проходы и знать, где ты идешь. Отличненько. Проверяем.
Так, одна есть бомба. Так, отвали. Опять ты пришло. Проявилась. Спринтрапа. Может, это не видим. Так, так, так. На, я вижу, ты идешь с этой стороны. Я уже убежал. Успел. Че тебе надо у меня дома? На тебе. Чуть на тебе. Ого, стул отлетел. Так, отличненько. Так, дайте куда залетел в какое-то говно. Ты в камеру что-нибудь видишь? Камера. А, да, ты стоишь на проходе, вот спринтрап. Ты стоишь в зале главном просто. И ничего не делаешь. Погоди сейчас. Понял. Давайте мы проверим. Иди сюда. Опа, опа, я вижу. На. Да блин, жопа съела меня. Ого, так много раз. Да хорош. Как я тебя так ем? Да я не понимаю, ты меня не убиваешь, ты меня пугаешь. Он у меня эрорный. Офигеть. Как поломанный. Так, так, так. Давайте проверим, что у нас. Да слышишь, ты что делаешь у меня дома? Отвали. Хороший Боня идет к себе. Нашел? Ты эту фишку не знал, да? Нет. Давай, подходи. Секунду. Сейчас Фредди хромает черепаху подойдет. Меня Фокси может прикрыть всегда. Фокси прикрывает мою жизнь. Ты уверен? Да. Подходи, подходи. Что сказал? Да блин, ты не ватроник, он где-то на расстоянии. Ты читеришь, как и я. Вот так, да, значит, ты со мной? Так, давай, тяжелая артиллерия, пошла. Да ну нафиг. Да я просто буду воевать с тобой, ты меня мочишь постоянно. Но я не буду сильно, я буду чисто защищаться. А так пока охраняем, у нас энергия полная. Я могу вообще двери закрыты держать, как ты ко мне проникнешь? Никак. Вот так и затащим всю ночь. Давайте здесь посмотрим. Я уверен, что не пройду. Конечно. Все, кто попадет ко мне сюда, я буду сразу админским пекалем валить. Случайно. Иди сюда. Открывай. А, не можешь? Не могу, не могу. Вот так могу. Не подходи ко мне. Это моя пиццерия. Вот. Выбирает аниматроника. А меня никто не может... О, взял, взял, взял. Открывай Новый год на дворе. О, а я иду, иду на работу в пиццерию. Я тебя специально не убил сразу. А, вот так, значит, да? Я хотел с тобой погулять, повеселиться. Ты не... Ах, ты жмот. Жмотович. Так, я жду, пока ты уйдешь. Ха-ха, не буду возрождаться. Не-не-не-не. Ну чё, Бармалей, теперь я не буду тебя жалеть. Я мочу всех аниматроников, кого вижу. Вот сейчас. Ночного режима у нас нету, так что сейчас будет весело, я чувствую. И фонарика мод нету. Иди сюда, мой. Давай, иди, иди, я тебя жду. В комнате охрана, да? Не знаю. Так, так, так. Слышишь? Нет, не слышу. А, услышу, тут там стреляет. Пошло, пошло, да? Дело. Пушкин кот. Ты откуда? Я в темноте стоял, ждал тебя, пока ты зайдешь. Так, 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 теперь опять у нас дуэль один на один. Я должен затащить. Чужой пришло. Я хоть увижу анимацию, как он мочит. Нормально, чужой. А ты меня притянул, получается. Опять. Нет, он что-то использует такое, что он притягивает. Я буду мстить. Отлично. И чужой, ко мне не очень простым кажется. Ты уверен? Конечно.
Да, с админским пестрем все смогут. Так, ты мне и так смог убить несколько раз. Это у нас дуэль, а как ты хотел? У тебя есть мгновенная смерть, и я могу мгновенно тебя убить. Блин! А чем ты меня убил? Я тебя этим убил, как он. Лицехватом? Да. Так, 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 шкеримся. Наблюдаем внимательно за этим лицехватом. Так, так, так. А, вижу, вижу, проскользнул. В смысле, тебя нет в комнате, охрана, откуда ты? Угадай. Ты в УХ, ты где? Ты меня не видишь? Нет, я никого не вижу. Можно перестать стрелять? Нет, я боюсь тебя очень сильно. А, вот он, вот он! Это червь! Да блин, это ты виноват во всем! А кто назад пошел? Лицехват, отвали! Отвали от меня! О, я тебя боюсь! Есть! Блин, прикольно, в него так тяжело попасть! Ну нафиг! Внимательно, ребята, наблюдаем, где этот ходит. Челепиздрик, который хочет меня... И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!